Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мои видео. Много чего в моей жизни произошло за этот месяц, который я ничего не выкладывала видео и не покупала практически. Вот моя вот только вот эта вот одна новиночка. Купила я, да, через месяц только после той предпоследней, которая была «Леди Пчела». Простите меня еще за кашель, потому что я хоть и болела, кстати, тогда, когда я еще «Леди Пчелу» снимала, помните, я говорила, что я быстренько сниму обзор, потому что я болею, пока я не раскашлялась, вот, и я 5 недель уже прокашляла, конечно же, но что-то кашель еще остался, наверное, из-за ринита моего, у меня всегда вечный кашель просто. Ну и должна я вам сначала объяснить, почему я не покупала кукол, и рассказать вот это вот кукла последняя. Может быть, в моей жизни, ну, я так думаю. Вот, я кукол больше не покупаю. Видео, конечно же, останется. Канал тоже останется. Смотрите там его, все это. Вот, обзоры. Но снимать я не буду. Вот то, что вот там, например, мне говорили, можно же, например, снимать тех кукол, которые есть, например, коллекциями. Да, вот, например, вот Monster High, да, пиратская авантюра, у меня все собраны, и снять их всех вместе, да, например, ну, коллекцию показать. Например, сравнение там Барби, да, мне просто этим заниматься некогда. Я работаю. У меня, вот почему я, кстати, не покупала кукол, потому что, во-первых, значит, я 30 числа мы закрыли магазин этот, который, на котором я работала, на котором так хорошо было мне работать. Сидишь там, магазин большой очень, и выбора много. Это был тоже центральный рынок, там хоть тоже много магазинов, кстати, много торговых центров, не только наш Карповский назывался, вот, как бы, вот, и... Мы закрылись там, вот, переехали в другое место, а там у меня был телевизор, и я с планшетом могла сидеть, и работала с 10 до 6, вообще лафа, то есть было кайф работать был, вот, туалеты, бумага там есть, все, уборщицы мыли, все это, забирали сами мусор, там хорошие люди работали всегда, и с уборщицей со всеми знакома была там в отделах, вот. Ну и, в общем, выручка была маленькая, все такое. Ну и мы переехали с этого магазина. Ну, как бы там остался, да, наш магазин ЗОО, но он не мой и не наш, потому что он вообще сеть вот этих магазинов принадлежит матери мужа моей младшей сестры. Вот. Ну, просто вот у мужа моей сестры свой магазин, как бы, да, вот, в торговом центре «Изумрудный город», вот, так называется, там много чего есть, и кинотеатры, и все, и развлечения, и кафешки, ну, в общем, большой центр очень, он у нас новый, этот центр, ну, конечно же, по-моему, не очень прям новый, его не только что построили, по-моему, уже года как 2 или 3, вот, ну, факт то, что из крупных, вот, он такой самый, как бы, лучший, вот. И вот этот магазин, в котором я работала, да, с 10 до 6, это был моей сестры магазин, там, ну, как бы он принадлежал ей, вот. И у нас была там выручка маленькая, да, нас уже закрывали уже там за неуплату, ну, там очень дорого, реально 40 тысяч за аренду, а у нас там в день вообще по 0 было, или по 300 рублей, по 200, ну, реально, никто не заходил, никто не покупал. Иногда даже, да, покупали, но... Иногда-то это же не хватит за 40 тысяч мне зарплату, за товар, за аренду, вот. Ну, в общем, мы переехали на другое место, на Фрунзенский рынок называется. Ну, там рыбу продают, колбасу, мясо, ну, рынок, овощи, вот. Ну, там и не только еще вот это как бы, да, 3 зала там еще, ну, и по всяким, по бокам там, закоулкам, всякие разные магазины там. И косметика есть, и печенье, и пекарня там. И причем, смотрите, там еще 2 магазина было. Планета ЗОО, крупный, на улице, который всегда цены дешевые, акции, и все люди, конечно же, туда бегут покупать, вот, они у нас. Ну, хоть мы, да, пока сделали цены там дешевые, вот, и в этом же помещении, только в молочном зале, там есть молочный, мясной, рыбный, вот, мы как бы в рыбном, но у нас идет как бы вот так заходишь, там проход, вот сюда вот так, да, и вот здесь вот такой проход, коридорчик такой небольшой, и здесь напротив меня одежда, все для милых дам, ну, там с 46 по 70 размер, такие платья, все там, верхняя одежда, и вот здесь вот на... Прямо напротив вот здесь вот мой магазинчик. У меня маленький там магазинчик получился, не такой, как был в другом помещении, в том. Тот забрала себе мать мужа моей сестры.
Вот, она там сама работает. Ну, а теперь у меня работа увеличилась, вот, конечно же. Не с 10 до 6, а с 9 и до 8, аж, представляете? На 3 часа увеличилось. Теперь я получала там 400 рублей в день, теперь 500 рублей, вот. Ну, если, конечно, говорят, 10 тысяч наторгуешь, то будешь 1000 в день получать. Ну, а куда там, блин, я с трудом наторговываю, блин, 1000 там или 2. Ну, вот сегодня повезло, например, сегодня и попугая купили огромную когтеточку, 2800 наторговал. Ну, пока вот это вот наш предел пока. Потому что я еще раз наторговывала тоже 9 мая. 2700 с чем-то. Ну, а так вот 1000-1200, вот так, да. Ну, по крайней мере, хоть так. Потому что люди пока еще не знают там, ну, что магазин. А те, которые, ну, вот, купили, то вот, проходят мимо иногда. И, вот. Но там еще вот есть в этом же здании прям магазин. Представляете, вот, ну, реально, надо открывать магазины, особенно те, вот, зоо, например, да, там, где нет зоомагазинов, чтобы люди покупали только у тебя. А так все, блин, подходит и у меня спрашивают, а где здесь цап-царап там какой-то, и все. У меня же зоомагазин, чё, какой вам цап-царап? Зашли бы, да у меня купили. Ну и вот, в общем, нет времени теперь у меня, и я не могу ездить в детский мир там или еще куда, потому что он находится теперь в другой вообще стране. Выходных у меня тоже нету. Вот. Вот, ну и в общем, ну, как бы есть выходные, но один, вот, есть выходной, и я пока езжу на дачу, потому что сейчас дача началась, и даже вот не могла снять, сегодня повезло, санитарный день был у нас второй раз уже, и работа рынка до 17:45, поэтому сейчас быстро сниму, и вот, а так бы она у меня еще лежала бы все лето, наверное, вот, ну. Это я вот купила ее в качестве, потому что мне тошно было. И я 3 дня там отработала, и у меня такая истерика началась, что я в воскресенье выходной свой профукала вообще конкретно почти. Я отошла только в 7 часов вечера. Я реально, я как будто была мертвая. И лежала на кровати, смотрела в потолок, и не знала, что делать, потому что я не хотела там работать. У меня такая была классная работа, я ее просрала. Ну, считай так, да. Извините, конечно, за выражение, но я там просто сидела, никому не подходила, конечно же, это ужасно, да. Сидела с планшетом там, и люди заходили и смотрели, выходили. А надо было подойти к каждому человеку, спросить, подсказать что-нибудь там или это. Теперь-то я так делаю, но, видите, поздно. Мы не ценим то, что у нас есть журавль в руках, и потом промениваем на синицу. Ой, то есть не ценим то, что у нас было, а когда потеряем, плачем. Вот. Ну, то, что у меня был журавль в небе, а я променял на синицу в руках. Ну, что теперь поделаешь? Такая жизнь. Вот, подстраиваюсь, пристраиваюсь теперь. Вот, все теперь поменяла. Никого не ненавижу. То, что я раньше людей ненавидела там или детей, теперь нет. Все нормально, все хорошо. Нет, конечно же, я животных люблю больше, но людям точно зла никогда не желала. Вот. Ну и, в общем, до детского мира мне теперь никак, даже выходной, если у меня будет, я не доберусь туда. Потому что это надо собираться, краситься. А я предпочитаю смотреть кино в выходной. Вот. Мне больше нравятся фильмы. Поэтому это моя последняя кукла. Даже в Империи мне теперь никак не заказать. Ну, смотрите, придет ко мне посылка, а как ее забрать? Почта у нас работает с 8 до 8. А я тоже так же работаю. Я работаю с 9 только. Ну, да, там час можно. Ну, а в какое время тогда собираться? Никак. Вот, поэтому я не знаю даже, как я вот хотела, может быть, потом заказать CJ из наследников. И думаю, все, как забрать бы ее с почты. Никак мне не забрать. Вот, потому что там остается час, и это за час я только собираюсь и в 8:40 выхожу из дома, чтобы дойти. Потому что я хожу пешком, там минут 15 дойти до этого рынка у меня от дома. Но зато хорошо, что вот не надо платить за проезд. Вот. Ну, там рядом Бубльгум, где, конечно же, я купила вот эту вот куклу. Тоже был санитарный день до 17:45, я туда пошла и купила. Потом жалела, жалела, потому что она очень дорогая, потому что у меня сейчас денег нет покупать это все. И я сейчас буду копить, если получится, на отпуск, на отдых куда-нибудь себе. Но пока не получается. Слушай, я трачу, все трачу. Себе там все покупаю тоже. Там то пудру, то кроссовки, то еще что-то. То вот куклу взяла, купила. Поэтому вот это вот моя, считай, значит, последняя кукла. Ну, некогда мне, видите.
Да, мне сестра обещала сделать выходные субботу, воскресенье, но пока она говорит не может. Я уже месяц так работаю. Вот. Один раз даже 8 дней подряд работала, потому что там девочка, которую вот я рассказывала, Катя меня заменяет, она теперь и там заменяет, тоже наша подруга с сестрой. Вот. Ну, она меня попросила поменяться тогда 10 мая поработать, а я воскресенье. И получилось, что я суббота, воскресенье, дальше всю неделю до самого воскресенья работала 8 дней, представляете? Мне это тяжело, приходить, пока я поем, пока я смою тушь с глаз, пока я переоденусь, это уже 8:30, даже 9 час. И мне не хватает времени даже посмотреть кино. Да что там кино, я даже постирать не могу, там быстро носочки, колготки состернула и быстро, и все, я не могу ни убраться, ни у хомяков, ни, то есть, ну, все, конкретно жопа у меня, а не жизнь, вот, поэтому я не живу, а существую так. Ну, вот решила себе подсластить вот это вот, немножко хотя бы, хоть одну купить, вот, Шопкинс. Ну и вот все, я теперь больше кукол не покупаю. Ну, да и не только из-за этого. У меня уже и места реально нет в шкафу. Поэтому смотрите мои обзоры. Кстати, Инстаграм я сначала удалила, а потом теперь возвращаю сейчас назад. Потому что, ну, вот реально я говорю, у меня истерика началась. Я все поудаляла тогда. Воскресенье, поэтому простите за кашель, за кыканье там. Вот. Ну и в общем... Теперь восстанавливаю, сижу Инстаграм. Так что, если вы там подписаны и были потом шокированы, что типа я удалила, не, я теперь назад вернулась, только там котенок Кэт, где кукломания, там у меня еще две черточки вот здесь, вот спереди и сзади, потому что почему-то я когда исправляла, мне пишут, такое имя есть, я думала, кто-то мое имя там занял, решила посмотреть в поиске. Набрала также, нету, странно, ну вот так вот. Ну, в общем, вот куколка. Это тоже была Боу. Как у меня вот первая была. И она просто другое имя у меня будет носить. Вот, вот про которое я рассказывала. Хотела ее купить, кстати. Она вот, я ее купила. Потому что той другой бы я хотела подешевле вообще купить. Но ее уже не было. И многих там, кстати, не было. Это только оставалось. Ну, в общем, вот с ней такая картиночка шла, где она здесь сфотографирована со своим медвежонком. Это называется коллекция «Дикий стиль». Вот «Wild Style». Вот такой же браслетик здесь с ней был, который мне нафиг не нужен. Он даже в качестве ошейника на кота не пойдет. Вот здесь тоже рисунки с этой куколкой, расчесочки. Вот она, всякая такая фигня. Вот наборчики с ней была такая, типа, зажим, да, для волос. Но это все резиновое, он не открывается здесь. Тоже вот с глазиком подмигивающим, с бантиком. Ну, это вот плойка, как вот у Джуги волнистая такая, да. Расчесочка тоже, она тоже не это. Здесь ей не расчешешь, потому что это как предмет. Здесь вот резиновая все бантик. И тоже она вот глазик подмигивает. И расческа уже, которую можно расчесать. Вот здесь вот, вот расческа, но она еще идет с глазами. Бантик тоже. Бирюзового цвета. Плоечка это розового. И расчесочка темно-розового. Мишка вот такой вот с ней шел, который крутит головой. Девочка-медвежонок такая. Тоже бант у нее большой здесь розовый, с лапкой сиреневой внутри. А, ручки у нее не крутятся. А может быть и крутятся, фиг его знает. А, нет, смотрите, крутится. Просто здесь голова мешает. Ну, нож, ручки крутятся тоже. Вот и вот. А, ножки, ножки не крутятся, здесь видно. Тоже подставочка с мишкой вот шла. Очень прикольно, что его можно поставить. Сам медвежонок бирюзового цвета, платьюшки тоже вот розовым, юбочка, здесь у нас верх платья беленький, бантик на платьюшке и хвостик. Ну и сама куколка, тоже подставочка, шла с ней, так, волосы, ну мыть не буду, здесь не очень элементный, вот. Волосы у него такие вот тоже пышненькие, длинненькие, так, бирюзового цвета, вставки здесь у них, у нее без золотинки есть немножко, и по бокам у нее здесь сиреневые вот прядки, и они идут вот из этих вот шишечек, вот, сделанные на голове волосы, и на голове еще закреплен бантик, это я снимать ничего не буду распускать, потому что она мне такая нравится, вот, челочка, здесь тоже небольшие золотинки у нее вставлены, глазки вот такие, красивые. Здесь у меня лапка.
под глазиком, типа такая татуировочка, как у Дракулауры из «Монстр Хай» сердечко. Ручки вот так вот тоже, вверх, в стороны. Значит, молдированный топик с рукавчиками и бантиками на рукавах и спереди белый. Здесь у нее тоже трусики, он белые, если снять юбочку. Так. Сзади бантик на юбочке, такой же, как сверху у нее на голове, вот такой большой. И здесь тоже, кстати, вот бантик, видите, то есть бирюзовый маленький, вот сзади на топике. Юбочка розовенькая с беленьким, с лапкой вот здесь, вот лапка, бантики голубые и бирюзовые снизу. И такие вот гольфики молдированные, да, на ножках, вот. Так, туфельки снимаются, вот. Если вы услышите писки, визги, это племянница со сестрой приехали мыться, она тут кричит, орет. Вот, такие носочки. И вот бантик здесь белый. Так, и вот туфелька вот такая вот. Ну, блин, приехала, сразу орать начала, блин, вообще. Ну, племянница, блин, а. Так, вот розовый ботиночек с бантиком. И вот такой необычный каблук с сердечко. И он бирюзового цвета. Вот. Ну, в общем, вот такая вот. Ну, здесь, да, тоже такой же. Вот они такие прикольненькие туфельки у нее. Тут тоже бантик, гольфик молдированный. Вот. Ну, в общем, вот такая вот моя... Блин, орёт и орёт. Что-то ей не купили опять. Приехала, блин. Воет и воет. Ненавижу, когда дети воют. Вот. Ну, в общем, вот такая вот у меня новиночка появилась. Ну, это последняя куколка, ну, извиняйте, конечно же, что вот я так вот не смогу покупать больше кукол, но вот так вот у меня в жизни теперь такие перемены случились, вот. Ну, если только я замуж выйду, а то уж и перееду за собой, заберу этих всех кукол, и у меня там шкаф увеличится, может быть, работа, не знаю, ну, посмотрим, увидим. Может быть, вообще только раза три в год буду покупать день рождения, 8 марта и Новый год, вот. Ну, пока вот я говорю, что я... Больше не покупаю кукол. Вот, в общем, вот такая вот куколка тоже была. Боу. Имя я уже тоже давно придумала, потому что я купила 15 мая. Но я пока не могу сказать, потому что я не помню. Надо смотреть тетрадки. Ну и вот Мишка, ее аксессуарчики, и вот сама куколка. Вот такая вот прикольненькая, красивенькая. Да, у меня много еще осталось хотелок нереализованных. Ну, вот, так, вот такие перемены, вот, которым я не смогу противостоять. Поэтому кукол больше, вероятнее всего, я покупать не буду. И это уже точно. И не то, что там остановиться не могу, а потому что, ну, никак мне не попасть в магазины, потому что у меня такая вот теперь работа, что вот так вот, вот такое вот у меня случилось в жизни. Ну, ничего не поделаешь. Такова жизнь. Куколка Шопкинс, Белла Боу.